Лесные забавы, эксперименты, спорт и другие темы на канале Чичиков. Ссылка в описании. Слушай, Петруха, ты закладываешь рюкзак через каждые 10 минут. Там что-то меняется за это время? Да, конечно. И что же? Самогонки меньше становятся. А, скажите, как сейчас чувствует себя ваш муж? Он избавился от своей рассеянности. Как вам сказать, доктор? Вроде бы еще не совсем. Утром, входя в кухню, он стучит меня ложкой по голове, а потом целует яйцо в смятку. А много вчера выпил? Немного. Сколько? Отключился раньше, чем успел сосчитать. Ты в феврале пророк ныряешь? Нет. А что так? А мне не положено, я еврей. Хорошо устроился. Я люблю тебя. Жаль. Что жаль? Что ты не шоколадка, было бы вся именно. Марлена, может быть, бокальчик вина? Ой, спасибо, Петруха. Я после вина дурная становлюсь. Ха, а это значит, это еще не предел? Петруха, я помню, ты зимой весь в синяках ходил. Что случилось? Я на верхней полке ехал, все время вниз падал. А ты не мог поменяться с теми, кто спит на нижней полке? Не мог поменяться, там никого не было. Липтико. Слушай, Петруха, наблюдаю за тобой и смотрю, ты вроде бы каждый вечер бензин сливаешь из машины, утром опять заливаешь. Ты не поверишь, я подозреваю, что эта тварь его жрет даже ночью. Ты знаешь, если маленькому ребенку часто натирать ладони, он начнет быстрее разговаривать. Ага, и его первое слово будет «задолбали». А кто это сделал? У меня муж работает наркологи, кодируют от пьянства во сне. И ты до сих пор считаешь, что его профессия и то, что ты не пьешь, не связаны, да? Я всегда много кушаю, когда нервничаю. Судя по твоей фигуре, спокойная жизнь тебе вообще неизвестна. Липтико. А у вас на работе можно спать? Я когда пьяный на работе приходил, всегда без проблем спал. Ты кем работаешь? Но больше нигде. Липтико. Старшие классы. Преподаватель пишет формулу, в которой содержится знак бесконечности. Блондинка поднимает руку. Преподаватель говорит: да, Петрова. Блондинка говорит: а Петр Петрович, у вас восьмерка упала? Подписываемся, кликаем на колокольчик.